8 лет назад открылось Могилевское метро. Один из самых модных белорусских ночных клубов отпраздновал день рождения с шиком и размахом. Дети асфальта от души поздравили именинника. Первая вечеринка прошла с шиком в 2003-м, и о Могилевском метро заговорили сразу на всю страну. Сегодня, как, впрочем, и всегда, кладеры из разных уголков Беларуси и других стран съезжаются сюда, чтобы зажечь вместе со звездами. Очень кайфую от того, что меня пригласили поздравить клуб метро сегодня с днем рождения. И хочется пожелать долгих и долгих лет отличной клубной жизни клубу метро. Отрывайтесь! Ну и, как полагается, не обошлось и без подарка. От безумного выступления дяди Вани публика пришла в восторг. Музыкальные подарки от гостей прямо-таки сыпались со сцены один за одним. Дети асфальта также оказались в списке приглашенных. Дети асфальта гуляют не только по дневному городу. Сегодня мы с Эдой Каспаровой пришли в ночной клуб метро, чтобы отметить его день рождения. Ощущения просто неописуемые. Здесь танцы, море позитива и эмоций. Тусовщики не остались в стороне и присоединились к поздравлениям. Хочется пожелать клубу метро таких же вечеринок веселых и отличных посетителей. Поздравляем с днем рождения клуб Форева. Удачи, счастья, всего-всего и прибыли. Дорогой клуб метро, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, самое главное, хороших посетителей, побольше прибыли и море позитива. Подземка не только принимала поздравления, но и сама дарила их. Снежинка, Буренка, клоун, пиратка и гости из будущего боролись в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Буренка, победитель конкурса, уехала домой со здоровенным плазменным телевизором. Любой желающий мог попробовать сладкой жизни. Огромный торт стал апогеем ночи. А дальше диджей Famous, резидент многих европейских клубов, выжимал остатки сил из гостей до самого утра.